В отношении двух представителей владикавказского предприятия «Марат ИК» возбуждено еще одно уголовное дело. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России. Фигурантом уголовного дела вменяется незаконное производство и сбыт незарегистрированных спиртосодержащих лекарственных средств. Напомним, месяц назад на предприятии провели масштабную спецоперацию. Силовики обыскали помещение организации и обнаружили большую партию спиртосодержащей настойки, а также оборудование для ее розлива. При этом владельцы предприятия утверждали, что их производство фармацевтическое, обнаруженная настойка прополиса – гомеопатическое средство. Настаивали, что обыск незаконный. Тогда же ситуацию нашему каналу прокомментировала Анна Терземан, сотрудник Южного следственного управления на транспорте. По ее словам, подозреваемые трижды незаконно сбыли свою продукцию. Они направляли контейнеры с железнодорожной станции Владикавказа в Республику Крым и Забайкальский край. Следователи изъяли более 17 тысяч 5-литровых пластиковых емкостей на сумму более 6 миллионов рублей.